Черноморец уволил главного тренера команды Остапа Маркевича. Об этом сообщают источники «Репортера». Но причины такого решения руководства клуба нам пока неизвестны. Напомню, Маркевич возглавил Черноморец в октябре прошлого года. Во главе моряков он проработал 7 матчей чемпионата Украины. Из них 2 победных и 1 в ничью. Зимой с клуба ушло рекордное количество футболистов. Команду покинули сразу 20 человек. На их место подписали 15 новичков. Сейчас Черноморец продолжает занимать 10 место в турнире. Турнирной таблицы чемпионата страны. Когда возобновятся игры, зависит от окончания карантина.